безусловно, финансовый кризис коснулся и нас тоже, потому что наша работа напрямую зависит от поступившихся предложений, Наша работа напрямую зависит от поступивших предложений выступить на том или ином мероприятии. Поскольку мероприятий стало меньше, потому что финансирование этих мероприятий, к сожалению, уже не такое, как было раньше. Но, я не знаю, зато больше свободного времени для того, чтобы... Хотя свободного времени приходится только мечтать. Времени для того, чтобы посвятить его своей семье.